Моя тема — это пересечение больших пространств. Вот. Ну, вообще, скажем, главное, наверное, это, конечно, наука, это техника психологии выживания, где основой является это принятие решения. Поскольку, имея любой опыт, ну, если ты не сможешь принять решение, то, в принципе, этот опыт весь он тупо отходит. Ну да. Скажем так. Психология в этом плане... Можно же и досвид неудачно копичать. Это тоже опыт. Конечно. Тоже опыт. Ну, вот взять, допустим, хотя бы спортсменов, скажем, которые занимаются единоборствами, да? И возьмите хулиганов. Кто победит, спортсмен или хулиган? Хулиган победит, потому что он бьется до победы и любыми путями. Не имеет значения, какие будут правила. А правила, как правило, запрещают наносить серьезный удар. Поэтому да. И вот поэтому принятие решения при выживании — это как у хулигана. Тут либо ты, либо тебя. Хорошо. А скажите, пожалуйста, сколько вы, ну, я, судячи по джерелах, что я знайшов в интернете, у вас найбільша дистанція 19 тысяч километров была пройдена. Ну, це по південній. Весь варіант за всю мою практику у меня больше 160 тысяч. Это вы так ведете такие... Это все имеет, да, это все имеется в виду. Дело в том, что я не пользуюсь автотехническими средствами, это только под веслом, это каяк, это пешком или на лыжах. Но сейчас в основном это каяк, я перешел уже фактически на акватории. Ну вот если раньше я перемежался, то сейчас я уже фактически на акватории перешел. Вот, в 19 году я стартовал из Киева, и из-за ковида я дошел только до Сербии, пришлось вернуться. А шел я до Испании. Вот, впереди, ну, главное, я готовлю экспедицию через Атлантику. Это на каяке болидного класса. Каяк сейчас будет строиться в Киеве. Вот. Это специально как конструкция? Да, болидного класса, он будет с каютой. Там, где будет техника определенная, опреснитель, скажем, там, необходимые средства связи и так далее. Вот. Хотя он будет чисто гребной, и это не распашная гребля на двух веслах, это именно такая гребля, как в каяке, в байдарке и так далее. Вот. Опыт подобных экспедиций есть. Это Брэд Питт, известный английский путешественник, который пересек на каяке Атлантику, и Александр Доба, поляк, который, к сожалению, несколько месяцев тому назад умер от ковида в этом на превосхождении Килиманджаро. Ему 72 года, да. А, ну, 72 года на Килиманджаро, хай не Эверест, но все одно. Ну, я думаю, что, наверное, дело не в вершине, а дело все-таки в вирусе. Кстати, о вирусе, ну, такое это принятие решений. Вот у вас не было, ну, хотя вы, людина-то далеко от медицины. Я очень близок к медицине. Ну, хорошо, вот, допустим, по тому же вирусу, принятие решений. Я могу сказать, поскольку его механика заключается в том, чтобы тромбировать сосуды, то есть получается, что после окончания заболевания появляется большое количество тромбов, которые и влияют на гибель человека, скажем так. Ну, первое это легкие, вот потом сердце и так далее. Когда человек находится в состоянии экстрима, то есть вот он все время, скажем, в напряженной такой вот, скажем, ситуации, либо он идет, либо он плывет, неважно. Но главное, что, во-первых, это постоянное насыщение кислородом кровеносной системы из-за того, что идет физика и плюс свежий воздух. И витамин D – это солнце. Да. Это самое главное, то, что необходимо. Вот, поэтому я всем говорил, ни в коем случае при заражении ковидом не лежать.
Если человек ляжет, это все. Это образование тромба, вот и гибель. Ну, пневмония, это что себя развивает в лежачем состоянии, застойчивость. Конечно. Двигаться. Вы путешествуете один завжди? Да. А чего один? Это тема. Это не потому, что я убегаю от действительности, или, скажем, я очень коммуникабельный, я с людьми схожусь очень легко, поэтому... Дело в том, что когда человек один, он получает абсолютный ответ на вопрос, поскольку нет второстепенного раздражителя. Обычно, когда два человека, идет дилемма на, скажем, решение какой-то проблемы. Один считает так, другой считает так. И когда идет спор, то, естественно, ошибки просто не избежат. Когда ты один, это естественно, что человек, идущий один в горах, через трещины прыгать не будет. Понимая, что его действительно некому просто будет спасти, он лучше обойдет, как говорится. Поэтому у одиночки больше вариантов остаться на плаву, нежели, скажем, у группы. Потому что там главную роль, скажем, несработки – это конфликт. Вот. В данном случае. Ну и плюс, мироздание открывает свои секреты, когда ты идешь один на один. Вот. Открываются вещи, которые практически, наверное, невозможно еще с кем-то увидеть, осознать и так далее. Вот. Ну и организм, скажем, и психика тоже открывают еще вторичные возможности. Вот. Это более чем интересно. Потом, скажем, человек всегда попадает в ситуацию, как правило, один. И очень важно, чтобы он смог из нее выйти. Не важно, будет он в горах или это будет семейный скандал, это не важно. В данном случае это экстремальная ситуация. И механизмы принятия решений и выхода из ситуации все равно, в принципе, схожи. Конечно, конечно. Я разделяю, скажем, технику выживания на две основы. Одна – это экстремальные ситуации, а вторая – это экстремальные регионы. Экстремальные ситуации – это то, что происходит в социуме, между нами и так далее. И экстремальные регионы там, где отсутствует человек. Ну или чисто биологические, то есть климатические особенности. Ну, допустим, что вот вам важче было, Антарктида или Сахара? Я думаю, что, знаете, наверное, так нельзя вопрос ставить. Ну, почему? Возможно. Почему? Потому что все зависит и от настроя, и еще зависит, знаете, от самого человека. Вот каждый человек, он изначально для чего-то создан. Мы говорим, что есть такая поговорка, да, солдатами не рождаются, а становятся, это неправда. Солдатами именно рождаются. То есть человек изначально к чему-то приспособлен. Ну, скажем, посмотрите на спортсмена. В любом случае, выполняя какой-то очень серьезный трюк, он же не задумывался над тем, что с ним может произойти. Ну, да. Если человек над этим будет думать, он его не выполнит. Не выполнит. Вот. А ему просто дано. Я это называю формулой велосипеда. Значит, на велосипеде ездят все, но хорошо немногие. Вот. Поэтому, как бы, если дано человеку в данном случае, он выполняет эту задачу лучше всех. Ну, скажем, моя тема, это, естественно, мне, скорее всего, это дано, потому что я могу сказать, что легче всего в экстриме я переношу одиночество. То есть, я знаю, что людям это наиболее тяжело. Ну, да, большинство, да. Попадая в эту ситуацию, да. Я очень легко к этому отношусь, потому что окружающий меня мир, он живой. И для меня пробегающая мышь – это уже контакт. Поэтому у меня нет вот такой ситуации, где бы я, допустим, впал бы в какую-то ностальгию, вот так далее. Хотя я люблю людей, и когда я возвращаюсь, я с удовольствием контактирую. И с друзьями, и с общественностью, и так далее. Хорошо, скажи, пожалуйста, ну це, от, допустим, ці всі мандрівки, ну деякі, допустим, за пределами України. Ну, ладно, в Україні, в принципі, Україна, Російська Федерація, там колишні країни СРСР, тут, в принципі, просто язикового бар'єра немає. У вас там, ви мовами теж володієте? Ну, дело в том, что когда человек находится более 3 месяцев в любой стране, он начинает говорить. Ага. По-любому. Я, конечно, я подготавливаю в той или другой стране, когда я еду на работу, там, говорится, со словарем, вот, необходимые фразы заучиваю и так далее. Ну а потом уже наступает момент, когда хочется чего-то большего, и, наверное, уже
идет момент контакта, и уже наработка новых слов. Хорошо, а вот дивіться, ну от я читав в інтернеті там, про дружина читала і мені переповідала там про одного російського мандрівника, ну прізвище не пам'ятаю, він теж одиночка, і це теж він, ну... Не Федор Конюхов. Ні, не Федор Конюхов, це точно. Сучасний, сучасний. Угу. То виникає питання гроші. Він подорожує без грошей, а я заробляю на місці. А от у вас як? У мене теж по-всякому. Дело в тому, що знайти спонсора сейчас очень сложно, да. Поэтому в основном где-то лекции, где-то что-то сделать и так далее. Я, если, допустим, есть у меня спонсор, естественно, я работаю. Если нет, я иду с чем есть и уже в дороге все это нахожу, добываю и так далее. То есть попутно можно, в принципе, влаштуваться на какую-нибудь черную работу? Я в основном, можно это, конечно, это несложно где-то что погрузить. Но в большей степени это, конечно, лекции. Лекции, да? Да, это лекции. Моя тема очень хорошо воспринимается в любой стране. Контакт с любым университетом. Ага, там то есть... письма идут на них. Ага. Ну, вот я там почитал. За неделю подработал, неплохо. И дальше... То есть вы электронкой, в принципе, домовляетесь, образуете, да, читаете. Да. Вас знают, я бачу, что да, російськомовні і українськомовні аудиторії добре. Да. І вас в цьому проблема нема. Ну, а за кордон? Плюс, я ще работаю... Ну, в Южну Америку. Я работаю з нашими діаспорами, дуже добре. Ага, зрозумів. Діаспори, кстати, вони дуже добре срабатывают, да, і допомагають практично везде. Ну, я можу сказати ще такий варіант. Це маленький секрет, але він працює исключительно. Люди мене спрашивають, що робити, якщо ти попав в країну, где ты не можешь не заработать ничего. Я им говорю, все очень просто. Идите на любую религиозную конфессию, вам помогут. Куда угодно, хоть к иудеям. Ну, цей пришел, допустим, буддистам легко, там пускают ночевать все, завжди. Христиане тоже. Каже, вот в православные храмы не пускают. Дело в том, что ну, не в храмы, а священник найдет, кому поселить. Ага, поселить. Конечно. И католик тоже, в общем. Ночуете в дороге? Я преимущественно в диких условиях. Да, я обычно ставлю лагерь. Вот. Палатку? Да. Ставлю палатку. Несмотря, допустим, ну, дикий, но в Европе, у нас вот это не принято. А в Европе я могу в любом парке оставить. Угу. В центре города просто парк, полицейский подойдет. Ко мне спросят, и все, до свидания. Я ну буду... да, если вы ничего не порушаете, да, главное, что закон. Да, он спрашивает наличие газовой горелки, потому что запрещено разводить костры, запрещено пользоваться жидкостными, то есть бензинами и так далее. Только горелка, газовая, да. Наличие ты показал, он ушел. Значит, их полицейские даже это знают. Да. Они, ну, они же... Ну, там больше развинуты. Чтобы не нарушали. Но, с другой стороны, они понимают, что, допустим, человек хочет сохранить какую-то часть средств не в хостеле, не где-то, а если у него есть палатки. Единственное, что они могут посоветовать, допустим, какой-то не вставать из-за того, что там криминальная зона. Они скажут, перейдите вон туда, в тот парк, там лучше. До речи, по криминальных зонах, как... Когда прошли, скажем так. Венгрия. Венгрия. Очень опасно. Венгрия очень. Но я был только в Будапеште. К нам они плохо относятся. Да. К украинцам очень плохо. Вот. Румыния больше безразличная. Болгария братская. Да. Нормально. Турция очень хорошо. Турки очень хорошо к нам относятся. Греки отлично относятся. Итальянцы отлично. Испанцы, французы. Отлично. Немцы немножко безразлично, но... Немцы, вот. Они взагалі сусіди, но Чехи... не завжди будут. Чехи, да, тоже не для кого не хорошо. Тоже поляки плохо к нам относятся. Вот. Скандинавия все хорошо относятся. Ну, да. Прибалтика хорошо относится. То есть, в принципе. В Латинской Америке хуже всех Уругвай. Вот. Затем Панама так. Вот, Венесуэла. Ну, это же в Мексику, по-моему, в Мексику. До Мексики? Да. Мексика нормально к нам относится. Ну, я имею в виду, что ну, Мексика считается наркокартелью, 5-10, да, там стрельба, банды. Вся Латинская Америка. Там сплошное.
там такой бандитизм. Но мне как одиночке было просто, они католики. Они могут ограбить богатого человека, могут ограбить туристов и так далее. А одиночку нельзя. Это просто по религиозным канонам нельзя. Потому что у них считается, что если человек идет один, он идет под Богом. Если его обидеть, будешь сам наказан. Поэтому я наблюдал такое, просто подъезжали ко мне, ну, натуральные бандюганы просто. Поставили пакет и уехали. Пакет полный фрукт, деньги там. Ну, понятно. Пожертвовали. То есть проблем у вас не возникает? Ну, скажем, отморозки есть всегда и везде. Ну, есть. Да. Мне 55, вам 63, батюшу в форме. Останавливаться, чи це движение все, конечная цель ничто. Совершенно верно. Я сколько даст мне Бог, столько буду двигаться. До последнего. До последнего, конечно. Как это говорил Амосов, вот он оперировал до последнего дня, 92 года, последняя операция. Ну да, величайший. Как ваш Кассиан. Царство ему небесное, великий был. Знал ли он? Я его не знал лично, но я о нем знал очень много. Я с удовольствием сегодня был возле памятника, подержал его, хоть и за бронзовую руку, но да, это был великий человек. Да. Почему был? Есть. Да, он есть. Да. Молодь может какую-нибудь пораду дать? Бо, слава Богу, молодь еще читает. Я хочу сказать, что их часто ругают, но дело в том, что мы все были молодыми. И всем взрослым мы казались болванами. Ну, да. Это, я думаю, что она прекрасная, наша молодежь, она умная. Главное ей очнуться вовремя, чтобы просто пойти по тому пути, который сохранит не только нашу культуру, но и нашу цивилизацию. Не только страну, но и цивилизацию. Я им пожелаю, значит, не сворачивать с пути заданных целей и не забывать о милосердии. Хорошо, спасибо. Спасибо, что уделили час. И вам спасибо тоже. Успехов вам.